Hello, dear friends. Так, всем hello. Сегодня провожу лайв-трансляцию. Думаю, что большая часть будет смотреть записи. Сегодня хотела рассказать об опыте обучения в Skyeng. Но для начала, если честно, хочу апдейт сделать. Очень классный и веселый всем, кто загружает видео на YouTube. Какие они молодцы. Я просто сейчас читаю обновление, что теперь они ужесточили политику против жестоких комментариев. Rude comments. Вот. И сейчас пока еще не дочитала. На самом деле это очень круто и правильно, потому что те люди, которые работают в сети, очень страдают от того, что какие-то грубияны могут что-то написать, обидеть. Это очень ранит людей на самом деле. И люди просто перестают делать контент, а многие просто не начинают, потому что они, допустим, заходят на страницы там других людей и видят, что какие-то жесткие комментарии, очень жестко проходятся по внешности. Всем добрый вечер, здравствуйте. Причем люди, которые вообще зачастую вот жесткие комментарии пишут, которые вообще ничего в своей жизни особенно не делают. По-моему, как раз вот те, кто ничего в своей жизни не делают, и им просто страшно что-то делать, они вот самые жестокие хейтеры. Пишут всякие гадости. Лично я у себя на канале на YouTube просто удаляю эти комментарии, не считая нужным даже их читать, потому что эти странные люди, слава богу, теперь не будут наказаны. И те каналы, которые выпускают хейтерские всякие видео, тоже их будут банить и блокировать. В общем, YouTube прямо взялся. Я еще не дочитала эту статью, прям очень интересно. Так что, ребят, никаких жестких комментариев. Это на самом деле это низко. Так, короче, сегодня рассказываю про опыт обучения в Skyeng. Я целый год проучилась в Skyeng, занималась с преподавателем, даже с несколькими преподавателями, поэтому мне есть о чем рассказать. Но сейчас я закончила обучение. Просто хотела поддерживать свой уровень. Сейчас я все по порядку прям расскажу, как чего было, для тех, кому интересно, кто планирует, возможно, работать со Skyeng. На самом деле, эта компания позиционирует себя в первую очередь не как преподаватели, то есть как группа суперпрофессиональных преподавателей, а в первую очередь они создали крутую платформу, суперудобную платформу для изучения английского языка. На самом деле, им огромный респект, этот ресурс очень удобный. Здесь только они всего продумали, ну просто класс. Я сейчас даже вам покажу, как выглядит мой личный кабинет. Но для начала расскажу для тех, кто планирует, может быть, учиться в Skyeng, как и чего там было. Сначала вы подаете заявку, просто гуглите Skyeng, и можно подать заявку на обучение. В первую очередь с вами методист проводит бесплатное занятие. Ну, это человек обученный, там все он говорит очень четко по делу, по скриптам, и сначала вас тестирует на уровень знаний, какие-то общие вопросы задает, и потом подводит вас плавно к тому, что вы покупаете у них курс. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы продать больше. И это нормально, здесь как бы, ну, в этом нет ничего такого, очень-очень все грамотно, очень продумано, очень корректные преподаватели, методисты, все отлично и хорошо. Я действительно решила попробовать, что классно, что они действительно очень-очень лояльны клиентам. Я рассказываю сейчас про Skyeng те, кто присоединяются. И те требования, то есть вы подбираете преподавателя. То есть обычно мы все привыкли к тому, что мы для преподавателя, а преподаватель такой жесткий человек, который вас научит, иногда и пинка даст. А там-то все максимально толерантно. Вам не нравится преподаватель, пожалуйста, шлите его нафиг, и вам предоставят нового преподавателя. Итак, большую часть времени я проучилась с прекрасным преподавателем Юлией. Она, естественно, как бы я для себя попросила учителя серьезного, сказала, что так, как думаешь, за сколько можно выучить английский самостоятельно? It depends. Зависит, на самом деле, от вашего уровня сейчас. Каков у вас уровень и как бы цель, понимаете, как бы учить английский, но базовый английский вы учите очень быстро. У меня муж сейчас до сих пор продолжает заниматься в Skyeng, очень доволен. Вообще, кстати, Skyeng именно для бегинеров супер, просто класс. Ну так вот, в общем, я начала заниматься, преподаватели мне подобрали замечательного, но
Если, вот я же преподаватель английского, и как бы там все, конечно, когда ты приходишь на эту платформу, там все в новинку, сейчас я вам покажу, как тут все устроено, все в новинку, все классно, тут прям все такое яркое, классное, продуманное, удобное, есть приложение удобное, в котором можно учить слова, преподаватель, ну, там все здорово, все интерактивно, но по большей степени, на самом-то деле, там, короче говоря, загружен у них какой-то учебник или несколько учебников, все методически продумано, грамотно, отлично, и если вам подберут классного препода, можно, кстати, выбрать преподавателя русскоязычного. У меня изначально был русскоязычный преподаватель университетский. Потом у меня был не native speaker, то есть не носитель языка, но англоговорящая девушка, филиппинка. Вот, с ней тоже я позанималась, но в итоге расскажу, почему ушла. Но смотрите, если вот коллеги-преподаватели кто-то смотрит, может быть, лайв и тоже планирует, ну, хочет там поддержать свой уровень. Я просто искала для себя сервисы, на самом деле, чтобы поддержать свой уровень языка. И хотела как бы больше. Сейчас я веду занятия на английском языке полностью. Раньше я вела лекции, вебинары. Вебинар вела на русском в основном. Вот. Но поняла, что это не работает. И... Ну, точнее, это работает, да, в каком-то формате. Но, в общем, для ребят с высоким уровнем знаний нужно вести занятия на уровне. Поэтому как бы нужно было практиковаться. И что хочу сказать? Что хочу сказать? Платформа классная, удобная, она очень цепляет поначалу, но если вы уровня advanced, выше, то потом вы очень быстро понимаете, что эта вся система, она такая игровая, больше подходит для бегинеров. И вот это все тыканье туда-сюда. Слушайте, давайте я вам прямо покажу, что, где мой этот личный кабинет. Все, я смогу. Смотрите. Короче говоря, это мой личный кабинет, это мой последний преподаватель, Аксел. Так, он на самом деле очень удобный, очень классный. Здесь нет никакой там закрытой информации. Ну вот давайте посмотрим, например, домашку мою, которая у меня была, например. Ой, блин. Не то. Так, а я хочу посмотреть домашнее задание. Ну вот, например. И то есть здесь все очень интерактивно. То есть вы наводите курсор, и здесь сразу все можно добавить, там, например, в словарь, посмотреть в словаре какое-то слово. Есть записи, план занятий, что у вас там запланировано сделать, что вы уже сделали. В общем, все методически грамотно продумано. То есть они себя позиционируют так, что преподавателю типа ничего не надо делать. Преподавателю ничего не надо делать, потому что за него уже там все типа придумали. Сейчас я переверну. Вот. Но это сыграло как бы самую жесткую роль в моем уходе. Итак, рассказывай, чего вы можете получить в Skyeng, и чего вы не можете получить в Skyeng. Если у вас цель подготовиться к ЕГЭ, я тут посмотрела у них... Поэтому, короче, нет у них подготовки ЕГЭ, они с этим не работают. Если вам нужно просто подтянуть разговорный уровень, это очень классный сервис, удобный для занятых людей, у них очень гибкое расписание, можете подобрать и преподавателей, и нужное время, и нужный формат. Если вам не понравился препод, то они быстро вам подберут нового. Но вот такой момент, если у вас какая-то серьезная цель поступления, сдачи экзамена, даже пусть не ЕГЭ, пусть иностранного, они этого не сделают, они не подготовят. Эта платформа, она для, ну, как бы для игрового такого формата, она прекрасно подойдет для бегинеров, очень увлекает. И преподаватели в целом, ну не все, конечно, но владеют коммуникативной методикой. Но вот последняя, например, девушка-филиппинка, которая со мной занималась, она просто тупо не готовилась к занятию. Вот, то есть вот... Вот это меня, конечно, вымораживало больше всего, когда, конечно, преподаватель просто тыкает вот эти тесты. А ну давай вот это сейчас сделаем. И то есть я поняла, что мое занятие в итоге сводится просто к тому, что я тыкаю тесты, и мне это бесит. И я поняла, что это просто не работает. Это все прикольно, весело, классно, но каких-то конкретных целей вы там не достигнете. Вероятно, это одна из целей платформы. Я не знаю, вероятно, это недоработка. Но очень много преподавателей, которые там действительно работают, они набирают кучу учеников. И вот я, допустим, что заметила, вот девушка последняя со мной занималась, филиппинка, она даже не помнила, что мы делаем, она не знает, не помнит мою цель, с какой целью я пришла. Изначально, признаюсь честно, я хочу записывать видео на английском языке.
загружать их на YouTube. Вот это была моя цель изначальная. То есть вот говорить до такого уровня, чтобы мочь записывать видео для, на англоязычную аудиторию, то есть вот на весь мир. Но что по итогу? Через год занятий, да, я стала лучше говорить, но, наверное, это больше результат моей личной работы. Я сейчас каждый день слушаю аудиокниги, каждый день на английском языке. Кстати, отличный рекоменд тем, кому нужно разговориться. Потому что я знаю, что я не стесняюсь об этом говорить, потому что многие преподаватели, на самом деле, английского языка ведут занятия на русском и также страдают от того, что им не хватает практики. Но как бы вот Skyeng для каких-то конкретных целей, короче говоря, не подходит. И это просто игровая такая тыкалка вот по всем этим тестам, все так интерактивно, прикольно, но каких-то серьезных результатов вы не достигнете. Для бикинеров отлично подойдет. Вот у меня муж занимался и занимается там до сих пор, очень доволен. Действительно, я вижу прогресс, очень круто. Для себя, для уровня advanced, я хотела начать снимать видео на английском языке. Нет, я не достигла этой цели. Где-то потому, что и, наверное, сама ленилась, но все вот, я вижу то, что когда я прилагаю усилия самостоятельно, ты начинаешь слушать, читать, учить лексику, говорить, только личные усилия реально помогут повысить твой уровень, когда ты тупо будешь учить слова, тупо будешь эти новые слова внедрять в свою речь, постоянно фоном включать радио, слушать аудиокнигу. Для себя вот я аудиокниги открыла, я просто кайфую, если честно. Вот, во-первых, я за 2 недели прочитала 3 книги английские, и у меня такого никогда не было, так что вообще это восторг, я в восторге от новых технологий. Вот, но в итоге сейчас я от Skyeng отказалась, и теперь в поисках нового сервиса. Если какой-то новый сервис найду интересный, может быть, коллеги, если вы где-то занимаетесь, я просто сейчас уже вот ищу какие-то приложения, вижу, что есть сообщество, которое вот там болталки всякие для преподавателей. Вот, в общем, я в поиске чего-то такого. Если что-то есть интересное, то, пожалуйста, поделитесь со мной. Вот, что я могу рассказать про Skyeng. Если есть какие-то вопросы, то welcome, пожалуйста, спрашивайте. Наверное, все. Если вам что-нибудь показать, рассказать, могу скинуть. В общем, ресурс классный, очень все у них продумано, очень они клиентоориентированы, но к цели вас не приведут. Или если ты... Нет, я думаю, что можно достичь результата, но это будет, опять же, лично твоя работа. И если у вас уровень там advanced, я не знаю, B2 и выше, вот, то здесь только лично ваша работа, коллеги-преподаватели. И единственное, нужна... Вот я поняла, что мне не хватает именно разговорной практики и именно с нейтивом. Native speaker или, по крайней мере, человек, который там долго, ну, он говорит только на английском. Вот с филиппинкой было классно заниматься, потому что она не говорит по-русски. И здесь вот это было, конечно, классно, и она здорово говорила по-английски. Но вот этот формат тыкания, он вымораживает. Через год я вот отсюда уже как бы ушла. Вот что хотела рассказать, собственно. Если есть вопросы, спрашивайте, если у вас есть какие-то ресурсы для болталок, спрашивайте. Вот, и всем рекомендую слушать аудиокниги, кто хочет повысить свой уровень языка. Вот. Всем спасибо и хорошего вечера.